пришел с работы. Вот в Марсе купил вкусняшек разных твоим дядькам и дедушке Лирику. Чем они там занимаются, а? Вот. Разные заварные, пирожные. Ну и вам тоже кусочек достанется. Пойдем. Сегодня надо будет кашку варить. Закончилось уже там. Чем они тут занимаются, наши господа? О, они тут сидят мирненько на креслечке, греются. Ой, мои хорошие. Жаресик. И ты тут. Выходи, Рада. Рада, куда, куда, куда? Куда просочился уже? Ну все. А что это они? Эй, эй! Надо повыше поднять. Знаете, как говорят, дальше положишь, я бы сказал, выше положишь, ближе возьмешь. Господа, ну что, пошли кушать будем, да? Ужинать будем? Вот вам хлебушка еще отломлю. И теперь, знаете, как между ног зажал. Сейчас кашка там у них осталась, я им накрошу. Вот так. Пошли. Ужинать. Кушать. Кушать, мои бульдожки. Жорка, а ты чего не идешь? Пошли. Быстрей. Быстрей кушать, кушать. Лирик. Давай. Сейчас вон хлебушка вам. О. О. А это что? Стоп. А что это? А ну-ка иди сюда. Иди сюда. Сейчас я дверь закрою. Тут как раз она свет загораживает. Ой, блин. Кто там уже за хлебом? Ну-ка, ну-ка, будем разборки. Это что за хлеб? Ой, мама родная. Это же что-то такое, а? Это же не хлеб. Это же капец кресло, а? И сколько, на сколько хватило? На 2 недели? А? И что? Я так подозреваю, Жорка, это ты. Понимаете, малейшая дырочка появляется, а там была дырочка, и они начинают дербанить. Лирик, ты умничка. Я знаю 100%, что это не ты. А вот 1000%, что это ты. А может быть, даже и ты. Но не ты. Ты на это не способен. Он любит зарываться, но это ж вообще беспредел, а? Ой-ой-ой. И что теперь с креслом? Уйди. Что же теперь тут? Подлежит ли он ремонту? Ну, понятно, что я поролон сюда врежу. Ну, как бы кусок. Ой-ой-ой. Ну, это ж надо как было дербанить, а? Вот варвары, а? Варвары вы. И что? Ешьте теперь. Вот это будет ужин. Жорка. Жорка. Ну-ка, смотри мне в глаза. Гляди в глаза. И что, ты хочешь сказать, что это не ты, да? Это не ты? Кто это? Надо видеокамеру ставить. Сюда. Ой-ой-ой. О, что ты будешь делать, а? А теперь, чтобы не догрызли. Это же догрызут теперь. Все. От кресла ничего не останется. Надо, знаешь что, железо сюда прибивать. Вот, сталь, сталь. Где у нас железо? Чем-то надо закрыть, чтобы они до конца не, блин, зацепился животом. Хорошо, что у меня здесь есть защита. А если бы не было, я бы сейчас живот проколол. Гляньте. Ой-ой-ой. Кругом одни капканы.
Ну что, принесу с работы металла. У нас предприятие называется «Металлик». Согнем короб такой, оденем. И будете на железе спать теперь. На металле будете спать. Вы слышите меня? А? Кому я спрашиваю? Сидит, дрожит, господин. Да, металла нету, как назло. Это не раздербанят. Нет, по-моему, есть кусок металла. О! Вот вам. Вот ремонт кресла будет. Да. Угу. А что? Другого вам не дано. Только надо теперь это дело согнуть. И пока что будете вот так вот. Сейчас согну. Ну, такой импровизированный станок у меня. Гибочный, видите? Брусок. Один, второй положил, согнул между брусками. Ну что, пока такой вот ремонт. О! Теперь надо вот это согнуть. Как я это делаю, покажу. Кладу вот на брусок. Сверху придавливаю вот этим бруском. О. И беру проволочку. Такой гибочный станок. Сначала в шутку сказал металл, а потом подумал, думаю, а что им, вот этим вот балбесом. Вот это спасет от разгрызания. Ну что, спите теперь на железе. А теперь надо вот это убрать еще. Да. Ну, хоть меня знаете, что успокаивает? Что не по всему гаражу растащили. Сейчас подмету. Тория сейчас вышла, я ей показал. Она говорит, нет, говорит, этот не сделай. Говорит, это вот это вот. Вот она, профура. Все тут в ее лапах сосредоточено. Вот она готова сейчас запрыгнуть сюда, куда хочешь. Не, мы когда ее брали в Армавире, честно говоря, я не знал, что это атомная бомба. Я думал, обыкновенная собачка, французский бульдожка. И все. Не более того. А оказалось... Мать твоя оказалась кем? Реактивным снарядом. Ну вот, я просто отвлекся. Показал Виктории. О, вот теперь вот и спи на железе. А что? Что вам еще остается? Сейчас буду убирать. Ну вот, собрал целую коробку. Хорошо, что Сазона у нас коробки. Видите, как пригождается. Ну что, может быть, потом отремонтирую. Виктория говорит, ну я сошью какой-нибудь из брезента. Я говорю, нет, давай не из брезента, давай или со свинца, или медные какие-нибудь пластины сюда. Или с нержавейки что-нибудь. Что? Это не ты? Это не ты, конечно. Это матерь твоя. Где она? Где она, кстати, есть? Сидит. Вот, потому что тут, видите, хлеб. Кормить вас буду, аглоеды. Во, компашка. Ой-ой-ой, что ты будешь делать? Фото сейчас буду делать.
Улыбнитесь, вас снимает нескрытая камера. Сидят голубки. Как на них обижаться? Вот посмотрите, какие невинные мордочки, а? Сколько в них бесхитростности. Что ты будешь делать? Хозяин, доставай свою кастрюлю. Вот она. Кроши сюда свой хлеб. И мы будем ужинать. Ой. Сейчас добавлю сюда. Вот, добавил хлеба. А надо бы вот этого добавить. Вот, вот взять и в кашку вам. И накидать сюда. А это с яичками, желтенькое, да? Ну ладно, не буду этого делать. А то у вас животы завернутся. Хотя Мирка что? Мирка, после того, как она ела галыши, что для нее этот поролон? Да ничего. Однако поролон не стала есть. А? Ой. Я иногда, знаете, вот так вот. Бывает, конечно, они меня доведут. Бывает. Не скрою. Фух, перерыв. Дима позвонил. Так, Рада, ты где? Иди, тебе первой. Ой-ой-ой, монстр. Завалился. Ой. Надо было за эту ручку брать, а я за верх. Он неустойчивый этот вот бульдога-раздаточный комбайн. Уходи оттуда. Мирка, уходи, сказал. Мирка, кому сказал? Иди, Радочка. Мирка, получишь у меня сейчас. Это не тебе, это Ради. Рада. Заходи оттуда. Мишка уже оттуда, а? И оттуда, знаете, крутится. Радулька, иди, тебе. Все, первое. Первый пошел. Второй. Это им вот за то, что они кресло раздолбали. Марсик, куда лезешь? Да отойди же ты. Следующий идет у нас дядя Марсик. Хорошая штука это. Бульдовозка. Лирик. К тебе теперь едем. К тебе подъехала. О, тебе больше всех. Ты у нас дедушка Лирик. Еще добавочки тебе на. Держи. Так, жарко. Тебе. Ой. А я поначалу подумал, что это ты, потому что ты сидел на этом кресле, когда я зашел, он сидел на нем. Ну ладно, ешь. Ну что, земляне, вот. Я иногда думаю, когда же сюжеты закончатся, когда же они иссякнут. А как же они иссякнут, когда Вселенная преподносит мне каждый день кучу вот таких вот сюрпризов.